Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я хочу представить вашему вниманию два самых популярных десерта во Франции. Первый, вот на который я хочу обратить внимание, это и есть тот самый мильфай, который стал, наверное, родоначальником нашего знаменитого торта Наполеон. Вот так вот он выглядит. Видите, крем находится, он наподобие нашего заварного, но это не заварной крем. Здесь он называется кондитерский крем. И три коржа слоеного теста, которые запекаются довольно до золотистого цвета и потом укладываются один на один. Сверху находится сахарная мастика, которая украшена вот так вот шоколадом. Вот он, знаменитый мильфай, торт Наполеон. И вот это вот второй десерт, который называется тарта ситрон. И это вот такое вот тесто, это песочное тесто, вот видите, здесь идет, потом внутри идет прослоечка из лимона. И вот это вот меренга сверху, взбитые белки, все это запекается и подается вот в таком виде. Вот такого плана самые популярные французские десерты. Еще французы очень любят торт Форе Нуар, это шоколадный торт, но, скажу честно, он меня не впечатляет. Вот эти тортики довольно-таки вкусные. Все, спасибо всем большое, что вы были со мной, надеюсь, информация была для вас интересной. И до новых встреч, пока-пока!